Всем привет, это снова с вами канал Algame, и мы проходим сейчас новую игру, которая вышла в контактах. Эта игра называется «Приключения кота Бублика». Очень интересная игра. Вот сейчас мы попробуем пройти пятый уровень. Мы уже дошли до пятого. Вот, начинаем. Жмем клавишу «Играть». «Играть». Так, вот теперь у нас есть какая-то обучалка. Шарик может отскакивать от стенки, используя способность меткий выстрел, чтобы увидеть, куда он отлетит. Куда он не отлетит. Понятно, окей, давайте возьмем. Ага, я понял. Так, это зеленый, да? Ну, нормально. Вот давайте бросаем вот так его. Вот. И теперь с другой стороны тоже. Вот. Хорошо. У нас 8 шариков еще. Так, очень интересная игра. Мне нравится, не знаю кому как. Так, берем зеленый. Так, и бросаем зеленый. Видите, сколько еще раз, сколько упало. Если бы мы красным ударили, все бы стояли на месте. А так мы одним ударом убили двух зайцев. Итак, поехали дальше. Дальше у нас синий. Тут уже разницы нет, как его вообще бросать. И еще синий идет у нас. Ну, синий, конечно, будем сюда бросать. Все остальные все падают. Вот, в принципе, мы закончили уровень. Ничего сложного нету в этой игре. Очень интересная и логическая. Дальше пойдет уже больше, так сказать, интереснее. Так что, вот я сказал бы, что поиграли все. Интересная игра вообще. Слов просто нет. Так, вот у нас и пройден пятый уровень. Так, продолжить. Нажимаем продолжить. Ох, у нас какой-то бонус походу. Ну, сейчас я сейчас скажу, что это вообще. Ты набрал достаточное количество звезд и открыл экстра уровень. За прохождение таких уровней на 3 звезды ты получаешь значительно больше монет. Окей. Так. Ну вот и все. Мы пятый уровень прошли. Все у нас хорошо. Я надеюсь, у вас тоже будет все хорошо. И желаю вам удачи. Всего хорошего в этой хорошей игре. Интересной. Чтобы закончить эту игру на все 5 баллов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Это был с вами канал Algame. Всем удачи. Пока.